Ну, давайте теперь посмотрим и насладимся лучшими моментами сегодняшнего матча. С первых же минут началась очень активная игра. Много бросали по воротам. В большинстве случаев это были хоккеисты «Орлана». По статистике переиграли своих соперников в первом периоде, как считалось. Ну и Алматы находил варианты для острых выпадов. И Сергей Кудрявцев без работы также не оставался. Ну, а это блестящий гол в исполнении Владимира Боровкова. Ну и отмечаем здесь автора ассиста, главного героя сегодняшнего матча в составе «Орлана» Сергея Кудрявцева. Все-таки он был назван лучшим игроком сегодняшнего матча. И мы теперь понимаем, почему. И свои ворота Сергей сохранил на замке, но и отметился результативными действиями в атаке. А это первая шайба. Степана Санникова. Классно разыграли большинство хоккеисты «Орлана». И Степан забивает свою первую шайбу в этом матче. Владимир Боровков записывает ассист вместе с Владиславом Никулиным. Это вторая шайба Санникова после классной передачи Парамонова. Отрезал всех защитников Парамонов, уведя за собой, и затем скрытый пас выложил просто Степану, и он не заставил усомниться в себе. И сильным, и точным получился этот бросок у Санникова. Очень активен был, как всегда, Никулин. Много бросал по воротам. Но сегодня без забитых шайб. Отметим, что игра была очень активная, и алматинцы пытались переломить ход этой встречи. Довольно много играли сегодня в большинстве, но вот реализация подвела команду из южной столицы. Вот в подтверждении моих слов и выходы один на один были у команды из Алматы. Но сегодня заслуженную победу празднует Владимир Маркелов и его бригада. С нетерпением ждем второго матча. Не отходим далеко от экранов своих телевизоров. 17:00. 1xbet Казахстан, Кубагы. Продолжается.